Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 40. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз. Далее ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем на карандашик, проходим вниз, ищем в дополнительных элементах уже ночной режим. Находим, перетаскиваем его вверх, возвращаемся, и теперь мы можем его здесь найти. Вот он, нажимаем на него. Нас перекидывает в настройки, так как включаем его первый раз. Здесь одновременно с ним мы можем включить функцию «Не беспокоить». Нажимаем «Далее». Можем настроить расписание для ночного режима, выбрать время начала, время окончания, повтор. Нажимаем «Готово». И здесь мы можем разрешить либо запретить доступ к сведениям некоторых данных. И таким образом мы включаем ночной режим. Вернее, тут он у нас включается по расписанию, мы можем его также вручную включать здесь. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.